Здравствуйте! Пожалуйста, подпишитесь на канал и, пожалуйста, поставьте лайк на это видео. Я буду очень рад. В ТикТоке, чтобы найти центр поддержки, идем на три... Не на три буквы, а на три точки. И идем в центр поддержки. Вот здесь. Что странно, стандартный язык это не русский язык, а английский. Идем снизу и вот нажимаем русский. Все. Теперь с популярной статьи. Вы можете прочитать статьи, пароль, как пользоваться TikTok, безопасность, прямой эфир и так далее. Вообще, советую прочитать, если вы хотите стать популярным в ТикТоке. Вообще, в ТикТоке популярно стать легко, чем в других социальных сетях. Например, в том же, в Инстаграме сейчас вообще это жесть там творится. Там конкурентов, очень много конкурентов. Друзья, под видео есть инструкция про ТикТок, то есть, как скачать ТикТок, как зарегистрироваться или как попасть в рекомендуемые. Вы можете ознакомиться в описании под видео. Есть ссылка на видео.